Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1376. События дня. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. За 22 сентября 2019 года. И тут обращение. Тормозите курсором, чтобы можно было просчитать. Далее попросили опубликовать устав деревенской общины.
Ну вот, за воскресенье утром мы всегда встали, дали с 8 богослужение прошло, более короткое, батюшка был в городе. Сегодня, то есть это день 22 сентября, день рождения физиологически отца Акима. Я это очень хорошо помню, рассказал. Мне было уже 5 лет, как отцу я на поле сказал об этом. Вот так. И нас в семье было 5 мальчишек и 5 девчонок. Потом собрание. Потом с Володей мы поехали на Каренду, на вокзал, на велосипедах. Набрали ягод, угостили всех. Далее занятия были. Последняя глава, кажется, Евангелия от Иоанна, 21 должно быть. А потом батюшка приехал с города, и у него был день рождения отмечен обедом. Я промолчал, не обедал, потому что недавно пообедали только. А тут сестра прислала, Евдокия моя, письмо из Томска, что когда-то тут был фермер, не у нас фермер, где-то, фамилию не знает, Виктор звать. И он продал комбайн. У него тут травили поля, и он так не смог выставить. И каким-то образом, Дуся говорит, задолжали ему 10 тонн зерна. И надо думать о суде Божьем. Давно уже это было. Найти его и рассчитаться. Ну, я поехал, и Игорь Барабаш ничего не может сказать, не помню такого, вообще не было. Отец Аким вот припоминает, ну, Назаренко, фамилия вроде его, надо найти, где он уехал. Тогда он был старше брата Акима. Еще спрашивает, 25 лет назад. Ну вот попытаемся найти, после, когда я в город приеду. Ну вот так вот все. И день наш прошел.